Белые гуси заняты. Их детеныши начали вылупляться из яиц. Первые птенцы могли бы покинуть гнездо через несколько часов, но у нее может быть еще 4 яйца. Стоило появиться песцу, как птенцы передумали вообще покидать гнездо. Но сегодня песец преследует другую добычу. В зарослях травянистой ивы он ищет свою жертву. Сибирского бурого лемминга. Острое зрение и слух вознаграждены. Редкое лакомство в этот бедный на леммингов год. Кажется, путь свободен. Но торопиться не стоит. Даже хищники не связываются со свирепой росомахой. Хорошо, что она слишком занята песцовыми тайниками с яйцами и не интересуется гусями.